Снизить аварийность на дорогах пока не удается. По данным областного ГИБДД, на Тамбовщине за 9 месяцев текущего года произошло 216 аварий. Почти половина от этого числа пришлась на Рассказовый, Рассказовский район, 104 ДТП. Сегодня утром на трассе Тамбов-Пенза произошло еще одно ДТП. Машина марки Chevrolet Aveo двигалась в сторону Рассказово. Произошло встречное столкновение с автомобилем марки Nissan, после чего Chevrolet вылетел в кювет. Сейчас все причины ДТП выясняются. В результате аварии водитель Chevrolet скончалась на месте. Водитель Nissan доставлен в больницу.